Здравствуйте, меня зовут Андрей Иисус. Сегодня я хочу показать вам, как можно заказать платежную карту Loyal Bank. Для этого вам нужно зайти на центральный сайт GPG www.gpgway.com. Ввести свои данные, то есть логин и пароль, сделать вход внутрь вашего бэк-офиса. Далее нажать на опцию «Добавить Pay Card». После этого у вас откроется страничка, где нужно нажать вот на эту надпись Order Loyal Bank Account and MasterCard. Нажимаете на нее. У вас откроется вот такая форма. Первое поле и второе поле будут заполнены автоматически. Это ваше имя и фамилия. Следующее поле. Нужно выбрать вашу национальность. Далее выбираем дату рождения, улица, дом, квартира. В поле Country выбираем нашу страну, далее город, область, индекс, номер мобильного телефона, адрес электронной почты, серия и номер паспорта, нашего гражданского внутреннего паспорта. В следующих двух последующих полях нужно заполнить серию и номер другого документа. То есть это может быть водительское удостоверение или ваш загранпаспорт. В этом поле, в первом, Second ID Number, вы заполняете серию и номер этого документа, а Second ID Type вы указываете тип этого документа. То есть или это права пишете, или это паспорт. То есть если права, то пишите драйвер лицензия, или паспорт, то пишите паспорт. И внизу нажимаете кнопочку Submit. О том, что вы успешно заказали платежную карту, будет, значит, вот такая надпись, где с вас снимут за заказ такой карты $15. То есть минус $15. Это означает, что ваша карточка была, то есть оформлена заказ на эту карту. И очень даже дальше важное. Вот на этот адрес help@gpgway.com нужно написать письмо, где нужно указать ваш ID, номер в GPG, то есть ваш счет в GPG, и прикрепить туда отсканированные документы. Это первая страничка гражданского паспорта и страничка с пропиской. Далее, или вы добавите туда водительское удостоверение или загранпаспорт. А также можно отправить квитанцию об уплате коммунальных услуг, если эта квитанция выписана на ваше имя. И очень важно, это письмо нужно отправить в течение 10 дней с момента заказа карты. Или же заказ этот будет аннулирован. Желаю всем хорошего бизнеса.